в земле горят, в котлах не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравшись последнею силой. Дверь топки привычным толчком отворил, и пламя его озарило. Напился воды, воды опресненной нечистой, с лица его капли воды, услышал он речь машиниста. Ты вахты не кончил, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет, в глазах у него помутилось, на миг увидал ослепительный свет. Упал, сердце больше не билось. На миг увидал ослепительный свет. Упал, сердце больше не билось. К ногам привязали ему колослик, и койкою труп обернули. Пришел корабельный священник старик, и слезы у многих блеснули. Напрасно старушка ждет сына домой.